перкуссионным таким вот приборчиком. Потерпите, потерпите, может голову отдавать. Нормально терпится. Вот, иной раз получается один раз, иногда надо и побольше, сеанса 10-15. Там же и соли, там же кислоты всякие накапливаются. Потом берем бамбуковыми палочками. Креольский массаж, да, вот именно по этой точке, чтобы согреть. Получается такой эффект, что тепло проходит вниз, в глубину. Поэтому тоже стоит холодно, да? Но вот сами суставы, они разбиваются. И далее, просто ролик короткий, да, поэтому показываю быстро. И далее мы берем через тряпочку, чтобы не повредить ни в коем случае остистые позвонки человеку, да? Пробиваем ее, ну, можно кулаком. Ну, кулаком, как правило, слабее. Так, руки скрестите. Вот так вот, да. Наклоните побольше. Так, голову дает. В руки обычно ток такой сразу. Да? На грудную клетку больше. Ага. Ну вот молотком-то получится посильнее. Так, еще немножко. Так, можете кричать. Вот она уже мягко стала, да? Ну, косточки. Вот эти вот ушли, вот тут еще осталось. Так, не все, конечно, за один раз. Но если вы там смотрите сбоку, да, можете видеть, что она чуть сплющилось, еще потерпите, пожалуйста, пару раз. Так, ну а вы, ребята, не теряйтесь, пишите комментарии. Я вам в следующий раз еще кое-что расскажу интересное. До новых встреч, друзья.